Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию передачу «Молитвенные стражи». Присоединяйтесь к международной ходатайственной молитве, пропитывайтесь Божьим присутствием и принимайте послание от Папы. Благословенного всем прослушивания! Послание от Папы. Принимает и читает Анна Семенова. Доченька моя любимая, я подарил тебе имя, и его значение намного больше, чем ты можешь себе представить. Я вложил в это имя силу океана. Ты мой океан. Ты очень глубокая, очень объемная. Ты плодовитая. Ты та, кто объединяет дальние берега, которые никогда не встречались друг с другом. Я вложил в тебя мощь, которая из-за каких-то внутренних колебаний или движений производит гигантские волны на те берега, которые оказываются ближе. Все, что есть глубоко на дне океана, оно поднимается и выносится на берег для того, кто больше всего в этом нуждается. Я тот, кто через тебя приносит исцеление и освобождение в жизни людей. Вода – такое жидкое вещество, по которому по-человечески не походишь. Но если эта вода будет направлена движением изнутри, или если как водопад она будет падать сверху, то помимо шума, который она наделает, будет еще куча выглаженных камней. А если это волна, то тому берегу придется отдать все, что ему больше не пригодится после этой волны. Ты та, через кого я приношу глобальные изменения в сознании людей, в их сердцах и в жизни в целом. Ты мягкая и нежная, способная отмыть, но в тот же момент очень и очень сильная. Любимая, я сотворил тебя такой и хочу, чтобы ты в этом практиковалась, не боясь последствий. Иди дальше и увидишь результат. Предлагаем вашему вниманию молитву совместно с пастором Ольгой Чем обладаем, потому что безгранична твоя любовь, безгранична твоя мудрость, безгранична твоя сила, безгранична твоя власть, безгранична твоя любовь, Отец. Мы поклоняемся тебе, мы поклоняемся тебе и дай нам, ограниченным людям, принять безграничного Бога. О, как безгранична твоя власть и сила, и слава, и могущество. Отец, все творение тебе поет, и дай нам воспевать твое святое имя от сердца, не быть зрителями, не быть наблюдателями, а быть участниками, умножающими славу твою, которая возвращается на землю с великим результатом и плодом. Хвала тебе, Господь! О, Отец, слава тебе! Слава тебе, родной! О, слава тебе, величественный! Слава тебе, могущественный! Слава тебе, мощный! Слава тебе, неизменный в слове! Слава тебе, неизменный в верности! Слава тебе, неизменный в силе! Слава тебе, неизменный в своей любви к нам! Слава тебе, что слово твое утверждено на небесах, чтобы здесь, на земле, мы узнали твою волю совершенную, твою волю благую, твою волю угодную, твою волю, которая совершается на 100%. Господи, мы соглашаемся на эту волю. Мы соглашаемся, чтобы ты разбил любые ограничители, чтобы ты убрал преграды. Отец, слава тебе!
Слава Тебе, родной! Слава Тебе! Мы Твое творение, потому поем Тебе. Если Тебя кто-то сотворил другой, то можешь не петь. Но если сотворил Тебя Творец, пой Ему. Пой, Он достоин принять эту славу. О, Господь, хвала Тебе. Мы осознаем, что Ты Творец наш. О, blessed day. О, ravira grandis. Lobara tendas. О, ravira grace blastis. Воссядь и прав, мой Господь, воссядь на каждый трон каждого сердца. Воссядь на престолах души. Воссядь, Господь, чтобы каждый губернатор нашего внутреннего мира поклонился Тебе. Воссядь и прав, мой Господь, чтобы Твое правление привело в движение каждого управителя в частях нашей личности. Слава Тебе, Господь, слава Тебе, родной. Слава Тебе! Мы встали пред вечностью. Мы встали пред великой славой. Пред великой славой великого Бога. Там, где в трепет приходят небожители. Господь, а Ты нас привел, как детей. Ты поставил нас пред собой, как избранных, искупленных, вводящих славу Твою. Спасибо Тебе, родной. Безгранична Твоя власть, велика слава, Твоя слава. Насколько можно осознать, дай, Господь, нам это пережить сейчас. Велика слава, Твоя слава для нас опустилась на землю. Твоя власть, велика слава, Твоя слава, о, как безгранична Твоя власть. Велика слава, Твоя слава, о, как безгранична Твоя власть. Велика слава, Твоя слава, о, как безгранична Твоя власть. Велика слава, Твоя слава, о, как безгранична Твоя власть. Велика слава, Твоя слава, о, как безгранична Твоя власть. Спасибо Тебе, родной, за доступ к реке жизни, за доступ к глубинам Твоего сердца, за океан Твоей любви. Спасибо Тебе, любимый. О, мы перед Тобой стоим ныне. На этой неделе дал нам Господь купаться в Его реке. С теми, кто Его прославляет, с теми, кто танцует, с теми, кто движется в пророческом помазании, мы купались. Мы купались в этой реке, и мы хотим, чтобы сегодня каждый туда зашел. Вот те, которые были свидетелями этой реки, они на сцене. Почти все, кто был там, они на сцене. И пусть сейчас Господь благословит вас эту реку испить, эту реку принять. Потому что, я думаю, вы чувствуете свежее помазание. Это свежая река, она потекла от престола. Она потекла от престола, но она захватывает сейчас сердца. И те, которые хотят окунаться, говорите: Господь, я тоже хочу попить от этой реки. Я не хочу смотреть, как другие купаются. Я хочу плавать в ней. Я хочу идти на глубины. Я хочу позволить Тебе забрать у меня основание под водой, чтобы я поплыл, поплыла в
Твои объятия, в Твое присутствие, в Твою славу, чтобы то переливание, которое мы имели на этой неделе, оно захватило вас. Оно захватило вас, потому что мы не для себя только брали. Мы брали для каждого. Мы принимали для каждого, чтобы не только те, кто в зале, за пределами зала почувствовали, что Бог вышел от чертога своего. Бог восстал, чтобы расточились все враги. Бог вышел, чтобы явить могущество своей десницы над врагами душ человеческих, чтобы покорить под ноги все, что когда-то восставало на святых и дивных, но пришло время, чтобы царством овладели святые, чтобы царством овладели святые. О, Господь, время пришло, чтобы Твои святые поднялись в силе, чтобы Твои святые поднялись в могуществе. О, blessed God, my glory come and avoid my heart, God is sent. Слава Тебе, Отец! Слава Тебе, Отец! Слава Тебе! Слава Тебе, родной! Слава Тебе, вечный! Слава Тебе! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе! Иисус Господь, слава Тебе, родной! Правит над всем Бог! Правь, Господь, в судьбах наших! Правь, как Царь, единственный Царь в наших делах, жизнях, в наших семьях, в наших домах. Иисус живой, oh, bless him, God. Правит над всем Бог! Bless God, Сапира Крода, Флари Крамсен, Лорд! Сапира Брейсен! Мой Господь, на престоле сердца, я сделаю, что хочешь ты, осядь и проходь, Господь, на престоле сердца. Bless God, Самана Тонда, Вита Клавсен, Блудас. Глория Харта, Вита Кира, Рапира Крайса. Молись сейчас к Нему на языках, чтобы именно на Твоем престоле не осталось чужой природы. Лоста, Смоликлайда, Блэри, Армировайза. Чтобы лично в Твоей жизни царство Его укоренилось. Лори Камана Гутала Фатер Мэйнес. Лавера Тудайза, подключи секретное оружие. Подключи секретный голос, который не может слышать враг, который не может распознать звуков этого голоса. Но Бог тебя слышит и отвечает. О, Равира Фатер, Равира Фатер Мэйнес. Лапсет Лон. Лон Манханда Глайза. О, как безгранична Твоя власть. Велика слава Твоя, слава. Самое время посвятить себя и свое сердце и свою жизнь Господу. Сейчас самое время сказать Ему: Господь, веди меня туда, куда сам хочешь идти. Что я тот, кто принял решение, но Ты, Господь, даешь ему силу. Ты, Господь, открываешь передо мной ворота. Ты даешь мне безопасность там, где хотели уловить сетями. Ты тот, который даешь мне все потребное, необходимое для жизни и благочестия на этой земле. Поэтому управляй сам с моей судьбой. Управляй так, как никогда раньше. Управляй, потому что я весла отпустил. Я даю тебе стать кормчим на моей лодке. Я даю тебе управить сейчас движением моего судна, чтобы ты встал там у руля, чтобы ты дал и направление, и скорость. На всех порогах поддержал меня.
потому что я могу принять решение, но сила исходит от Тебя. Я могу принять решение, но дух жизни приходит от Тебя, чтобы все, что есть у меня, оно славило Тебя. Чтобы я не был соляным столбом, а был солью, осоляющей землю. Был светом, просвещающим всякую тьму, чтобы именно таковым Ты увидел меня на этой земле. Чтобы из таких людей состояла церковь живого Бога. Чтобы такие люди распространяли жизнь на всяком месте, где ступают, на всяком месте, где дышат, на всяком месте, где трудятся или отдыхают. Чтобы соль осоляла, а свет просвещал. Чтобы тьма убегала легко и быстро. Чтобы святость Божья пропитывала наследие Бога живого. И чтобы эта святость, как принадлежность небу, она отвращала вражеские стрелы. Не допускала ни одной стреле прикоснуться к тем, которые одеты во всеоружие. Но эти стрелы посылаются назад в стан врага, поражая его в голову, уничтожая все его планы, превращая в ничто все, что он задумал. Все, что в его штаб-квартире когда-либо против тебя или меня созидалось, то прямо сейчас мы объявляем разоренным, уничтоженным. Господь, потому что мы зажигаем свет. Мы принимаем силу соли. Мы принимаем силу быть твоим столпом, утверждающим истину на этой земле. Я свет, что слепит врага, я соль, что осоляет землю, я храм. Внутри меня святой, и он идет передо мной. Я свет, что слепит врага, я соль, что осоляет землю, я храм. Внутри меня святой, и он идет передо мной. Я свет, что слепит врага, я соль, что осоляет землю, я храм. Внутри меня святой, и он идет передо мной. Я один из тех, кто твердо решил идти до конца. У меня есть сила Святого Духа. Назад. Я преступил черту и отказался от того, что не славит тебя. Решение принято, я ученик Иисуса Христа. Я один из тех, кто твердо решил идти до конца. У меня есть сила! У меня есть сила Святого Духа, нет пути назад. И отказался от того, что не славит тебя. Решение принято, я ученик Иисуса Христа. Я свет, что слепит врага, я соль, что осоляет землю, я храм. Внутри меня святой, и он идет передо мной. Я свет, что слепит врага, я соль, что осоляет землю. Святой, и он идет передо мной. Я свет, свет, что слепит врага, я соль, свет, что осоляет землю, я храм. Внутри меня святой, и он идет передо мной. Я свет, свет, что слепит врага, я соль, свет, что осоляет землю, я храм. Внутри меня святой, и он идет передо мной. Решил идти до конца. Не замедлю темп, не оглянусь назад, но буду славить Христа. Я не сдамся, не замолчу, не ослабею и не сгорю. Не закончу молиться со Христом, выстою. Я один из тех, кто твердо решил идти до конца. Не замедлю темп, не оглянусь назад, но буду славить Христа. Я не сдамся, не замолчу, не ослабею и не сгорю. Не закончу молиться со Христом, выстою. Я свет, что слепит врага, я соль, что осоляет землю. Святой, и он идет передо мной. Я свет, что слепит врага.
слепит врага. Я соль, что осоляет землю, я храм. Внутри меня святой, и он идет передо мной. Я свет, что слепит врага. Я соль, что осоляет землю, я храм. Внутри меня святой, и он идет передо мной. Я один из тех, кто твердо решил идти до конца. Остановить, не купить, не удержать. И когда он придет забрать своих, то узнает меня, потому что я один из тех, кто дошел до конца. Я один из тех, кто твердо решил идти до конца. Меня не остановить, не купить, не удержать. И когда он придет забрать своих, то узнает меня, потому что я один из тех, кто дошел до конца. Я свет, что слепит врага. Я соль, что осоляет землю. Я храм, внутри меня святой, он идет передо мной. Я свет, что слепит врага. Я соль, что осоляет землю. Я храм, внутри меня святой, и он идет передо мной. Я свет, что слепит врага. Я соль, что осоляет землю. Я храм, внутри меня святой, и он идет. Что заменит ее, и зажегши свечу, не ставят ее под сосуд. Вот я пред тобой, используй меня во славу свою. На земле, Иисус, да исполнить волю твою. Если сон потеряет силу свою, что заменит ее, и зажегши свечу, не ставят ее под сосуд. Вот я пред тобой, используй меня во славу свою. На земле, Иисус, да исполнить волю твою. Господь драгоценный, я верю, что Твой источник для нас открыт сегодня. Твоя сила не для сильных, а для нуждающихся в ней. Если сильный понуждается, получает свою порцию. Если слабый приходит, и он берет. Я благодарю Тебя, что сейчас открыт источник славы, источник жизни, источник веры, источник преображения. Я прошу Тебя, чтобы Твоя свобода, она пришла в подлинном варианте. Не свобода только на уровне мысли, что мне кажется, я свободен. А свобода, которая действительно снимает оковы с нашего разума, с наших рук, с наших ног. Чтобы нам торжествовать в Боге так, чтобы каждая наша клеточка славила Его. Не только на уровне мысли, мне кажется, я славлю Бога достаточно. Но если бы сейчас твое самое заветное желание исполнилось, таких масштабов, на которые ты по-человечески не можешь рассчитывать, как бы ты его славил? Как бы ты пел и торжествовал перед ним, когда все твои молитвы отвечены, когда на все твои желания и мечты приходит Божий поток в большем масштабе, чем ты представлял? Вот именно хвала подобающая вызывает все это, друзья. Хвала подобающая, она открывает небесные источники. Она открывает небесные возможности. Хвала подобающая творит то, что может сделать только наш Бог. И поэтому не удерживай, если есть в твоем духе сейчас что-то сказать Богу.
Если есть желание что-то спеть или сделать, проявить какое-то движение, делай это. Делай это, не удерживай. Потому что поклонение Богу — это все то, что Он производит внутри нас. Не то, что мне кажется это правильно, а то, что Бог производит. Дай Ему свободно протечь. Дай Ему свободно выйти из тебя. Дай Ему свободно передать то, что есть в твоем сердце. Потому что может быть какое-то небольшое движение, но оно вызовет сигнал для ангелов. И оно приведет движение, ангельскую силу, а ты удерживал, потому что ты логически не понимал, что это такое. А Господь хочет высвобождать нам силы своего присутствия, своего духа, своей славы. Он хочет, чтобы оно приходило свободным потоком, приходило на каждого, кто жаждет, на каждого, кто его зовет, чтобы не стояли в стороне, а входили, входили, входили в эти реки, входили и могли плескаться, как дети, могли радоваться его движению, могли радоваться его славе, могли радоваться его присутствию, потому что он среди нас Отец. Прежде всего он Отец, потому что он нас возвратил как сыновей и дочерей к себе через жертву Иисуса Христа, чтобы мы не были больше сиротами, чтобы мы не были больше рабами, чтобы мы не были слугами, а чтобы мы были детьми Его, детьми по статусу, сознающие, что нам принадлежит наследство неба, нам принадлежат просторы неба, нам принадлежат недра земли, нам принадлежат воды вокруг нас, нам принадлежит Его, Его счастье, которым Он поделился с нами. О, Отец, слава Тебе! О, слава Тебе, родной! Слава Тебе, любимый! Слава Тебе, вечный! Слава Тебе, сильный! Слава Тебе! Слава Тебе! О, blessed! О, Равира Грайдас! О, my blessed Айзер! Попрыгай на своем месте, чтобы пробить источник! Пробить источник там, где ты стоишь, чтобы пошли гейзеры, пошли фонтаны, пошли новые струи божественной славы. Аллилуйя, Господь! Аллилуйя, Jesus! О, хвала Тебе! О, хвала Тебе! О, хвала Тебе! Потому что мы пробиваем воды в пустыне! Мы пробиваем воды в пустыне! И они вызываются сейчас! Называются народом Бога живого, потому что все нас, в нас говорит о Твоей славе, потому что все в нас несет Твою славу на землю, все в нас распространяет Твои небеса. Слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе, родной! О, мы умножаем эту хвалу! Мы умножаем эту хвалу! Сури Плестис, о, Равира Крайда, Глэри Крамка, Дота Седер, о, Равира Прайдас, Лейса Макса Тло, Лаберета Тайда, Вита Лавина, Паласота, Вертина, Прайда, Сори, Эльмара, Вити, Лата, Кёда, Сэр, Ля Марта, Вита, Ла Марта, Рота, Сэй. Сейчас болезнь убегает от вас, топчите ее ногами, она убирается вон, это не Божья природа, и на небесах болезни нет. Поэтому здесь, на земле, мы стряхиваем себя, стряхиваем всякую немощь, стряхиваем всякую болезнь, стряхиваем всякое уныние, выходим из депрессии, у кого она появилась, выходим из нее, оставляем как грязную одежду позади себя. О, Отец, хвала Тебе! О, хвала Тебе, родной! Хвала Тебе, живой! Хвала Тебе, вечный! Хвала Тебе! О, слава, слава, слава! Слава, слава, слава Тебе! Я благодарю Тебя, что ангелы заполняют это место. Ангелы заполняют это место, чтобы собирать хвалу из сердца идущих, приносить пред престол славы, полагать там, где один достоин ее принимать. Хвала Тебе, родной! Хвала Тебе, живой! Хвала Тебе, вечный! Хвала Тебе, славный! Хвала Тебе, великолепный! Хвала Тебе, могущественный! Хвала Тебе, тот, который был, есть и грядет, и церковь Твоя Тебя ожидает. Церковь Твоя Тебя приветствует. Приветствует здесь. Приветствует Твои колесницы огненные. Приветствует Твое послание меда, молока и хлеба. Приветствует силу соли. Приветствует силу огня. Приветствует силу ветра. Приветствует силу Духа Твоего. О, Отец, слава Тебе, слава Тебе. О, живой живого узнает, друзья. Мертвый не узнает живого, а живой узнает и того, и другого. Отец, мы принимаем жизнь. Мы принимаем жизнь в умноженном виде. Мы принимаем жизнь во славу Твою, живёшь в нас. Хвала Тебе, Господь. Хвала Тебе.
хвала Тебе, что жизнь с избытком — это то, что нам принадлежит. Ты не для неба жителей ее создал, эту жизнь с избытком, но каждому из нас Ты ее предназначил. О, друзья, слава Богу за то, что с нами Бог живой и говорящий. С нами Бог живой и творящий все, что Он хочет. Мы сейчас в особом сезоне, когда Господь собирает живых, когда Господь объединяет то, что целостно, исцеляет и восстанавливает то, что было хромым, слепым, то, что было глухим, Он выводит к слышанию, а слепое — к зрению. Ноги наши делает, как у оленя, на высоты наши поставляет нас, расширяет шаг под ногами нашими. А для этого нам не надо стоять, а надо двигаться. Двигаться в нашем Боге. Предлагаем музыкальную пропитку. Позвольте вашему духу наполниться Божьим шаломом.
Thank you.